Чего тормозишь? Как ты вообще оказался в этом лесу? Если бы не я, тебя бы пристрелили нафиг. Просто мой брат сейчас в Харькове сражается с немцами. Я думаю, мы быстро победим. Понятно. Он не понимает, кто я. Ну, а если я вдруг увижу твоего брата? Узнать-то его как? Ну, он Т-34, а еще у него на кепке было написано 138. Алло! Луна, Луна, я Земля, прием. Что-то ты сегодня часто виснешь. Да так, просто. Да. Я тоже ума не приложу, что нам с этим делать? И это все снаряды? Ага. Слушай, где мы сейчас вообще? В смысле, что над нами? Думаю, мы где-то под восточным шпилем. Вы! Да вы батьку убили! Вы во всем виноваты! За что вы нас так ненавидите? Папа, почему они нас так ненавидят? У них есть на то причины. Только что поступило сообщение о большом складе боеприпасов русских. Передают координаты. Да с такими запасами тут год продержимся. Да идите вы нахуй такими шутками. Фриц! Прекратите огонь! Фриц упал! Фриц? А это всего лишь один солдат. Продолжать огонь. Простите, но мы не можем. Ну что, дружочек? Это бипта. Это вы. А кто же еще? Так, а ну стоп. Куда это ты попёрся? Лайк поставил, а на канал подписался? Нет? Ну тогда все, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять, все.